Военные песни накануне Дня Победы прозвучали для 99-летнего жителя Самары, участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Александровича Цуканова. Николай Александрович, добрый день. Мы сегодня пришли вас поздравить от лица Центрального военного округа с личным составом оркестра 77-й годовщины Великой Отечественной Победы. Пожелать вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. У дома фронтовика в Куйбышевском районе оркестр исполнил для ветерана попурри из маршей военных лет. Николай Александрович подпевал знакомым ему произведением. Николай Александрович Цуканов родился в 23-м году, ушел на фронт в 19 лет. Будучи разведчиком, оказался в плену, а после побега партизанил в чехословацком отряде. Там же, в Чехословакии, встретил победу. Когда война закончилась, восстанавливал разрушенный Сталинград. Ветерану Великой Отечественной войне прекрасно! Ура! 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 Виктория Шарая, «События».